Дмитрий Анатольевич, в первую очередь, конечно же, я попрошу вас дать комментарий о ходе сегодняшней игры, о том, как она сложилась. Очень сложный поединок. Мы прекрасно себе представляли силу игроков соперника. Мы очень тщательно готовились к этому матчу. И очень классный подбор игроков в Ахмате. Что, в принципе, ребята, я имею в виду соперника, и продемонстрировали. Такой мужской поединок, жесткий, агрессивный. Драматургия до последней минуты, и мы уже в меньшинстве в самой концовке смогли забить мяч. Но, значит, мы его заслужили. Мы сегодня были командой, которая приехала сюда за победой. Вот, нам нужны очки. Мы терпели без мяча. Мы были агрессивны в обороне. Ну и сегодня мне понравилась реакция игроков в перерыве. Они не смирились с тем, что мы проигрываем. Не было упадничного настроения, и они заслужили то, что произошло в концовке. Сегодня была видна наша идея, наше стремление, когда есть единство, когда есть самоотверженность, когда люди жертвуют личным ради общества, ну вот, это всегда будет приносить результат. Но хотел бы сразу сказать, знаете, я понимаю, что очень сложно такие победы на поток поставить, но надо об этом мечтать. И хотелось бы, чтобы мы не были, знаете, такой командой, как говорят, калиф на час. Вот, нужно стабильно стараться набирать очки. И если мы с таким же желанием, страстью будем работать в каждом матче, то я думаю, что мы скоро исправим ситуацию, когда мы вынуждены находиться пока внизу турнирной таблицы. И хочу поблагодарить вообще за гостеприимство республику, так как нас здесь встречают, какое нам уважение оказывают. Это, скажем так, вдохновляет нас. Здесь видно, что люди любят футбол, что они ценят свою команду. Поэтому им большое спасибо. Ну и в завершение, естественно, наши болельщики. Я тот человек, который буду всегда им аплодировать, независимо от результата, потому что они приезжают за нами в такие выезды сложные и поддерживают команду. Это очень приятно.